Караганде состоялась церемония награждения победителей национального конкурса «Мерилия Отбасы». Это одна из самых ярких и душевных акций, направленных на созидание и объединение, а также на уважение семейных ценностей. В нынешнем году победителем конкурса стала темиртауская многодетная семья ветерана Великой Отечественной войны Николая Куриленко и семья Кабуловых из Каркаралинского района. Победителей поздравил заместитель акима Карагандинской области Жандос Абишев. В соответствии с правилами победители конкурса определились путем интерактивного голосования. Отбор участников проходил в промежуточных турах в каждом регионе Казахстана. В конкурсе приняли участие сотни семей. Сегодня в этом зале собрались семьи, которые олицетворяют собой наши главные ценности. Преемственность поколений, воспитание в детях нравственности, духовности, ответственность за супружество. На участие в областном конкурсе «Мерилия Отбасы» подали заявки более 200 семей. Из них только 72 были отмечены особо. Определились, как вы уже заметили, семьи, занявшиеся второе и третье место. Первый этап конкурса региональный, далее областной, победители которого отправятся в столицу. По итогам областного этапа Карагандинскую область будут защищать две семьи. Одна из них – семья Кабуловых из Каркаралинского района. Образцовая многодетная семья воспитала 11 детей. Сегодня воспитывает 24 внука и 2 правнука. Стаж семейной жизни супругов – 58 лет. На конкурс мы приехали с Каркаралинского района. О конкурсе узнали в газете, собрали все документы, решили поучаствовать. Очень рады своей победе. Спасибо всем за поддержку. Вторые участники – семья Куриленко из Темиртау. Глава семьи – ветеран Великой Отечественной войны Николай Куриленко. Вместе с супругом он воспитал 5 детей. Есть 10 внуков и 7 правнуков. Стаж семейной жизни супругов – 65 лет. Глава семьи Куриленко считает, что секрет семейного счастья заключается в любви и взаимоуважении. В качестве приза они получили путевку в санаторий и почетную грамоту. У нас 65 лет совместной жизни. Вот такая у нас дружная семья, счастливая семья. Прожили мы счастливую жизнь. Благодарим всем. Я хочу еще благодарить наш акимат Караганды, что для нас оказывают такое большое внимание. Спасибо. Спасибо акимату и спасибо нашему президенту. Национальный конкурс «Мерилия Отбасы» проходит 4-й год подряд и набирает большую популярность среди казахстанцев. Главная цель конкурса – это укрепление института семьи, нравственности, духовности и признание важности супружества. Как отметили организаторы, карагандинские семьи, как никто, соответствуют этим целям. Победитель отправится на национальный конкурс. С каждым разом число желающих растет. На первом этапе приняли участие около 264 семей. Среди них представители трудовых династий, металлурги, шахтеры, педагоги, спортсмены, сферы сельского хозяйства, представители более 11 этносов, многодетные семьи, молодые семьи. В областную комиссию по определению лауреатов конкурса из городов и районов были представлены 72 семьи, по 4 семьи из каждого города области. Национальный конкурс с участием двух семей из Карагандинской области и других представителей разных областей пройдет в городе Астана в сентябре 2017 года. Фариза Албаева, Жасан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.